Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим с вами игру Зомби. Это порт игры с приставки Wii U, которая добрела все-таки до PC. Насколько мне помнится, она вышла в 2012 году и была эксклюзивом для новой платформы, для Wii U. Она была уникальна тачпадом, то есть она управлялась на планшетике. Собственно, давайте начинать. Игрушка про зомби, про зомби-апокалипсис. С не очень сильным сюжетом, но она уникальна своей атмосферой. Обычная игра. Конечно же, трус. Манал я такие качели. Алхимия богатства обрушит новую чуму на человека. Смертная пелена покроет землю, и неготовые окажутся в ее власти. Ибо Бог не простит тех, кто не внимал ему. Грядет конец, когда черные ангелы уничтожат мир, предавший Создателя. Творение начнется заново. Отличный перевод. И озвучка неплохая. Мне нравится. Ну, как вы понимаете, Лондону пришел пиздец. Хотя я не уверен, что это именно Лондон. Но то, что это Великобритания, это 100%. Ну, это Лондон все-таки. Там же резиденция королевы, все дела. Это наш персонаж. Хотя я не уверен, что он проживет у меня долго. Смотрите, какие красавчики. Быстрее. Кайфово. Подозреваю, что мы сбежали. Давай, осталось совсем чуть-чуть. Может, вам звука добавить, а то я убрал все звуки. Как-то так, да? Надеюсь, не меня заглушать не будет. О, фонарик. Фонарем пользуйся осторожно. Свет пробегает зараженно. Да и батарейки нужно экономить. Заебись. Ладно. Бежим. То есть вот. Добро пожаловать в Zombie U. Напряженно. Ну да ладно. На Wii U было короче.
ебаный насос. Вовремя мы встретились. Я живой. Я приветствую тебя в убежище. Знаешь почему? Почему? Я умею выживать. Верь или не верь, но я давно знал, что все случится именно так. Охеренно. Видишь ту штуку на высоте? С экраном. О. Бери ее. Карта. Мое детище. Назвал его планшет жизни. Там тебе и радар, и рация. Так что я за тобой пригляжу. Не помешай. Но сначала свет. В сортире есть генератор. Видишь зеленый огонек на радаре? Ага. Теперь ты видишь, что делаешь. Возвращайся и посмотри на мониторы. Ну, пошли посмотрим на мониторы. Видишь? Последний мой подопечный. Вышел без планшета, и что в итоге? И вот еще. Мор. Мешок оперативного реагирования, типа. Полезная штука. Мор? Ладушки, ладушки. Какой в жопу мешок? Подожди. Откуда? Где? Где его взять? А, туда пойти, да? Тут вроде никого. Да и оружие я тут не вижу. Пора испытать твой новый радар. Не привередничай, бери уже биту. Считай это негласным договором всех выживших. Если тебя укусят, ты же не будешь против такой помощи. Конечно, нет. Начало положено. Противно, но необходимо. А теперь загляни в мор. Там вроде должны быть пистолеты и патроны. Без них никуда. Ага, то есть фонарик уходит. Что мне с ним сделать? На один, да? А эту беду... Ну, допустим. Молодцом. Хочешь выжить? Соблюдай здесь чистоту. А туда никак? Нужен молоток. Но он там выживал, да? Похоже на то. Я биту пока возьму. 20 часов без сна, и твой котелок перестанет варить. Не забывай про сон. Я все понял. Так, ну ладно. Возвращайся в главный зал и погляди на мониторы. Они подключены к камерам ВТС по всему Лондону. Это в супермаркете рядом с тобой. Но глаз много не бывает. Есть еще камеры. Я научу тебя их перехватывать. Все думают, ВТС надежный, раз подключены к штабу полиции. Но это не так. Я служил в связи. Могу тебе много рассказать об их системе безопасности. Ладно. Что ж, тогда пойдем. Камеры сами не починятся. Пора высунуть нос из норы и пройтись по магазинам. Ага. Но я не хочу брать в руки ствол. Мне это чуждо.
обрезание. Пару всех со ставнями я разберусь. Я там вижу братана. Но пока он внизу, он мне не угрожает, я так понял, да? Ага, перетаскивать просто, да? Хорошо. Без пропуска ты не выйдешь. Должна же на станции быть хоть одна. Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре пока проблем нет. Пока. Там пулемет, блядь. Нормально. Разобрались с ситуацией. Как там С, да? Все живые, что ли? Они, блядь, живые. Вот этих же не определяет, они мертвые, значит, те живые. Охереть. Ладно, пойдем спустимся, чё. Ну, это я так. Во имя мира и справедливости. Да. Пусто. Пусто. Никого. Доски. Замечательно.
нету пропуска. Тогда пойдем по нижней. А, стой, я уже на нижней был. Хорошо. Вернее, не очень. Я не знаю, куда идти. А, все оказалось куда проще, да? Так тут можно перелезть. Давай. Давай вот только не будем нервничать, да? Ну, вроде порядок. Пусто. А это перелезть. И тут пусто. Обидно. Есть. Вот так. Пропуск добыли. А тут забито. Ну ничего, нормально. Надо кнопку переставить будет. Это убежище мое детище. Я когда-то водил дружбу с типами. Звали себя Ворон и Ди. Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали, что нас ждет. Тут где-то были двери, в которые я не мог зайти. Что-то там куда-то вообще коридоры уводят. Поэтому лучше пока туда ходить не будем. А сначала нужно освоиться в игре. Я когда-то помню, давным-давно смотрел еще премьеру этой игры, потом прохождение Блэка, а потом только мне в руки попала сама платформа. Это было круто. Ой, смотри. Мышь-то хуй с ней. Я тут видел вообще-то два предмета. То есть тут было явно что-то живое. Помимо мыши. Ну ладно. А. Всего лишь зомбези. Опасный такой спуск, конечно.
мыши. А, пошли вон, мать вашу. Еще боковая дверь какая-то есть. А, то есть можно было просто пройтись по этому коридору и все, да? Хорошо. Смена локации. Бум Стрит. Шадвелл. Лондон Бридж. Я так понял, это станции метро. Или улица, скорее улица. Улицы и переходы на них. Джон Ди предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Он видел, что творила чума, даже искал лекарства, панацею. Но все это сказки. Ты же понимаешь, что лекарства нет. Ну, я бы не сказал, что его прям нет. Люди спокон веков верили в того, обещаю, чего не существует. Это я все запомнил. Для безопасности. Все, можешь входить и выходить. Поэтому, ну блин, почему бы и нет, собственно. Да блин, это неудобно. Надо поменять кнопку. Закрой. Сканируй каждый распределительный блок, чтобы я их взламывал и включал камерой. Я, блин, даже не уверен, безопасно ли тут. А какой тут безопасно, это ж... Зомби, зомби. Животное. Что-то их там до хера. Как же они стрёмно рычат-то. А мне что, это обходить надо? Кровожадная орда тебя уже не пугает? Нет. Ну? Жизнь твоя. Ну, конечно, моя, чувачок. Хорошо, карта обновилась. И с хорошей картой тебе тут сразу конец. Конечно же, моя. Световые гранаты могут пригодиться. Яркий свет их отвлекает. Но я вижу только одного. Взорвать С4?
Зачем? Давай ты не будешь вот это вот нервничать, да? Хорошо. Пойдем. Я так понял, это дом. Тут рядом люк. Это самый быстрый путь в убежище. Порой отступление — лучшая стратегия. Да какое там в жопу отступление? Отлично, боец. Это было не стрёмно даже. Просто немножко напряженно от незнания того, что делать. Да, в убежище. Еще на крайняк пушка там есть. Но я думаю, я пушку это выложу. Тут где-то должно быть хранилище. Обещаю, все закончится здесь, где началось. Защищаю убежище. Твоя жизнь зависит от него. Вот я туда, пожалуй, положу вот эти вот все приколы. Не понял. Че он не хочет? А, не хочет его ложить тогда. Это печально. Тогда в рюкзак мы положим обратно. Доски там. Что еще? Вот эту вот большую аптечку маленькую я себе возьму. Доска пускай будет. Флешка. Хавчик, да, наверное. Ну, как-то так. В принципе. Что же? Сейф, да? Собственно, как-то так это все играется. Давайте-ка пойдем дальше. Суть в том, что если вы умираете, вы не можете продолжить игру уже этим персонажем. Все дело в том, что ваш персонаж, если умирает, он умирает навсегда. Со всеми вещами и, ну, соответственно, полностью. Попасть в супермаркет. Блять. Давай. Ясно. Не будем. Триангулирую. Да. Ищи в супермаркете. Только осторожней там. Давай не будем нервничать, ага. Так, что тут есть-то? Чё нету? Там есть пацаны. Я не думаю, что тут стоит фонарем светить. Пользуйся радаром, не ленись. Хочешь знать, что за дрянь рыщет вокруг? Сканируй местность. Да понял я. Thank you.
три пацана, это не должно быть мне страшно. Так, что тут еще есть? Нихера тут больше нету. Ладно, пойдем. Пойдем. Что, это еще один зомбези, да? Ау, умри нахер. Так, это ворон. Только падальщики живут припеваючи. Чё есть? Ничего нет. Печально. Чё там? Чё там? Он провтыкал сигнальный огонь. Чёрт, он подключён к сигналке. А ну внутрь, пока не набежали чумные со всей округи. Внутрь чего? До этого вот. Похоже, бедолаги примчались на сигнал тревоги. Ну, теперь у них проблемы посерьезнее. Надо что-то выкинуть. А как? А вот бросить. Но мне и нафиг не всралось. Так, давай посмотрим, что оно дает. Частично пополняет здоровье, да? Хорошо. Заграждение, чтобы. Ищи молоток. Без него часть двери не открыть. Понял, понял. Нашел. А пока будешь там грабь, все, что не привинчено, твое. Тут невозможно ничего определить, конечно. Убрать преграду. А, я думал, его как оружие можно использовать, но оказывается нет. Зомби, зомби, вещь. Пойдем. Крысы. Страшно. Да я себя так успокаиваю. Да. Тихо.
надо нервничать. Да. О, смотри, какая. Какая девочка красивая. Да. Сдохни нахуй. Так. Пойдем. Тут еще что-то было. Сок это хорошо. Нам походу сюда. Нормально тут. Нифига. А, я думал, что это в комоде как раз таки, в смысле в сумке. А это оказывается даже и не рядом. Когда найдешь щит, подключи к нему планшет и включи камеры. Понял. Ай, блин, тут нифига нету. Вот она вроде бы, да? Хорошо. Ладно. Камеры снова работают. Коктейли Молотова — это классика. Порой против классики нет приема. Так. Давай одну доску выбросим, чтобы было просто место. Ага. То есть колесиком менять оружие. Вверх это всегда палка, а вниз, ну, соответственно, да? Это дополнительное оружие. Нормальная тема, только куда идти? Патроны для пистолета. Понял, мы сюда поднимались только ради... Блять, мать твою нахуй. Че ты меня так испугал-то, дебил? Я же чканул, наверное. Хорош. Теперь пробирайся к тому лазу, что я показывал. Доберись обратно целиком, ладно? Ладно. Так а тут же ж теперь... Этих дебилов по полной. Выходить мы будем через этот, да? Да-да, ладно. Туши свет, переходим на следующий. Это сволочи мертвого поднимет. Убирайся оттуда! Yeah.
ж не вижу ни хера. Где у вас там головы-то? Придурки. Конченые, конченые придурки. Пойдем. Да. Что за? Что за Маклауд? Успокойся, дебил. А, ничего нету. Давай, закрывай. А вот и, собственно... Что тут? Ха, требуется отмычка. Ладно, возвращаемся. Насколько я знаю, игра не очень большая. Поэтому... Сюжет, собственно, такой. Итак, получается скомканный. В главном зале есть сейф со знаком ворона. Пора показать, как он работает. Да я уже разобрался, в принципе. Можешь хранить там оружие, патроны и припасы. На себе все не утащишь. Зато если есть тайник, всегда можно запастись перед вылазкой. Храни там все, что хочешь. А, это энергетик. Я думал, это карточка. Да-да-да, давай положим туда немножко еды. Что дает он? Лечение. Так. Ну, в принципе, я думаю, хватит, да? Доски туда. Одну доску с собой буду носить, если чё. Ну, как-то... Как-то так, да? Чё там? Чё? Как не вовремя. Орда на подходе. Смотри на радар. Смотрю, чувак. Ага, вон. Навеки не задержит, но заметит наверняка. Сколько там? Ага. Да. Хорошо. Мертв? Вроде да. Вижу одного. Ну, я хотел попробовать. Буду знать. С мозгами у них, конечно, беда, но инстинкты как у зверей. Так о них и думай. Видишь чумного? Помни. Это не сосед, не друг, не родственник. Они все мертвы.
а эти твари украли их лица. Все? О нет, там еще кто-то лезет, смотри. Какого хрена? Че там? Стрёмная музыка закончилась? Али как? На нахуй. Молодец. Но несколько тварей прорвались раньше, прикончи их. Куда прорвались? Ага. Понял. Пошла вон. Сука. Рваная. Давай. Не будем, да? Ой-ой-ой. Думаю, хорош. Все чисто. Да? Отдохни, теперь можно. Конечно, можно. И понамадим. Иди поспи. Без хорошего сна никак не обойтись. Лады. Ща, погодь. Так, перелазим. Лутаем. Закрываем. Есть идея. Пора бы нам прогуляться по окрестностям Букингемского дворца. Если тебе повезет, все побегут прогонять чумных, и ты проберешься внутрь. В смысле? А может, давай попозже, а? Может, ну его нахуй? Ну, типа, дело такое, конечно. А может, и правда, ну его нахуй? А, вот так. Забил, короче. А тут не забить уже, да? Тут дверь вынесли. А, не, не вынесли. Оп. Окей. Надо так. На всякий случай. Ага, нужны доски. Ну все. Этот кризис миновал. Тик. Проберись в Букингемский дворец. Даже если там все кишит тварями, это лучшая возможность разжиться оружием. Да есть у меня оружие, чувак. У меня есть молотов, у меня есть фаера. У меня есть ствол. Жизнь удалась, чувак. Так. А, это сундук. Так, ну, флайер забери. Тринадцать патронов в обойме, 15 патронов в этом. Нормально. Короче, пацаны. Где тут эта беда? Кстати, вот что-то тут улучшение говорили мне. Хотите выполнить улучшение? Ну, дай. То есть, вот так вот, да? Поберем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, то есть, пустая рука. Это толчок получится, да? Да. Нормально. Стамины вот только не вижу. Ну, наверняка ее нету. Но я не думаю, что можно просто так безнаказанно махать этой бедой. Например, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Нормально. На худой конец. Если даже стамина есть, то она довольно-таки большая. Все, сейф.
Это даже не порт, дорогие друзья. Я немножко это, наверное, приврал. Это полноценная оптимизация игры на PC. Потому что, ну, тут не скажешь, что вот именно взяли вот просто игру и перенесли ее с теми же настройками, только с небольшими коррективами на ПК. Я смотрю, графика стала получше, чем тогда была на Wii U. Ну, соответственно, это из-за компов. Плюс, там была механика очень тесно привязана именно к тачпаду. Сейчас ее всю убрали. Физика вроде поправили, но поначалу там, помните, зомби был, который залип на секунду. Не уверен насчет этого, но физика стала заметно получше, потому что там зомби были частенько ломались. Вот. Вот такая вот игрушка, дорогие друзья, в честь Хэллоуина. Мы посмотрели с вами сегодня зомби, также известную как Zombie U. Игрушка считается свеженькой, потому что, ну, во-первых, платформа не набрала больших прям, ну, больших каких-то успехов. Вот. Поэтому мало кто о ней знает. Но все-таки ценители поймут. Игрушка классная, про выживание. Но, правда, мне кажется, она не очень объемная была. Я ее прошел где-то часов за 5, за 6, по-моему. Если я не ошибаюсь, конечно. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс, зомби. Всем пока!